Саженцы яблони «Спартан» представляют собой один из самых популярных сортов яблок с обильным урожаем. Дерево имеет округлую форму кроны и зачастую растет под небольшим уклоном. Ветки с бордовым оттенком, листья небольшие, блестящие, рельефные. Яблоки среднего размера с ярко выраженным румянцем бордового цвета и восковым налетом, который иногда делает яблоки темно-сиреневыми. Мякоть у плодов нежная и сладкая, хрустящая. Кожица яблок плотная. Отличительной чертой крупномера «Спартан» является обильное цветение. А плодоношение начинается только на 4-5 год после посадки, редко при соблюдении всех условий выращивания, на третий год. Урожай можно собирать в конце сентября, получается около 30 кг с одного дерева. Яблоня «Спартан» — это многолетнее растение высотой 350 см. Дерево лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок. Яблони прекрасно используются подавляющим числом садоводов во всем мире для влагоемких почв. По типу ствола яблони «Спартан» можно отнести к группе слаборослые. Тип роста этого симпатичного растения – слаборослый. Расцветает яблоня «Спартан» в месяц май. Лист этого прекрасного растения по форме округлый. Летом листва темно-зеленая. Яблоня «Спартан» имеет зимний срок созревания. Плоды яблони созревают в месяце сентябрь. Урожайность яблони «Спартан» около 50-100 кг, и это средняя урожайность. Бывает как больше, так и меньше. Масса плодов приблизительно 110-140 грамм, но, конечно, зависит от условий выращивания. Форма у плода округло-коническая. Цвет плода желтая с розовым. Вкус сладкий, мякоть плотная. Ягоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Обратите внимание, что яблоня «Спартан» – самобесплодный, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.